Две инициативы, они действительно очень важны для развития Тосского движения. Во-первых, первая инициатива – это все-таки общественное пространство, те же дренажные канавы, которые будет, ТОС может тратить деньги. Если финансирование также своим трудом будет это все обустраивать. Вторая инициатива, действительно, что это уже, как сказать, поминуя муниципалитет, эти денежные средства будут направляться напрямую на ТОС. Это тоже большой плюс. Если раньше, получается, с бюджета передавать муниципалитет, из муниципалитета, причем там тоже нужно сфинансирование, передавались в ТОСы, то сейчас можно будет делать это напрямую. Поэтому очень радостно, что наша инициатива поддержана. Движение ТОСу будет развиваться. Но я думаю, что в ближайшем времени ТОСу Ульяновской области еще покажет всем, что такое ТОСы и такое народное самоуправление.